Год назад, 8 мая, в Москве был подписан документ о вхождении Кыргызстана в ЕАЭС. В новом экономическом образовании для кыргызских трудовых мигрантов был предусмотрен ряд возможностей. Усен Кульбаев о привилегиях для наших соотечественников. Наши граждане, находящиеся в России на заработках, имеют право использовать свое образование. Между тем, по словам специалистов, не все используют свои возможности. Тем временем в мегаполисе огромным спросом на рынке труда пользуются дипломированные специалисты в сфере производства. Огромным спросом здесь пользуются преподаватели, медики и производственники. Если есть диплом с высшим образованием в любой части производства, то нет никаких проблем с трудоустройством. С вхождением в Евразийский экономический союз признаются дипломы и сертификаты системы образования Кыргызстана, и специалисты имеют право трудоустроиться на любую работу на свободные вакантные места. По сравнению с другими мигрантами, у кыргызстанцев больше шансов получить работу. Дипломированные юристы и медики проходят аттестацию. Есть среди них, кто уже устроился на работу. В нашем университете есть научные сотрудники. Представители кыргызской диаспоры в России сожалеют, что среди приезжих соотечественников наблюдается низкий уровень образования. По словам руководителя общественного объединения «Мекеним Алато» Джамиляхан Бегиевой, подобное выявляется среди молодежи. Молодежь в основном имеет две специальности – юриста и экономиста. Однако они не знают, как работать по специальности. Видно, каким образом получили дипломы. Это говорит о том, что не уделяется должного внимания образованию. Кыргызстан уже в течение года является полноправным представителем ЕАЭС. За короткое время были устранены все препоны для наших трудовых мигрантов. И главное, кыргызстанцы могут, как у себя на родине, свободно работать. Усен Кульбаев, Улан Дейханбаев, Эсентур Абыкеев, Общественный первый канал, Москва.